Что делать с этим казы? Это казы слишком большое. Не помещается в кастрюлю. В кастрюлю не помещается, и нам надо ее как-то разделить хотя бы на две части перед тем, как варить. Это настоящая конская колбаса, казахстанская, казахская казы. Вот тут мы даже кишки остались от, вернее, Это жир жир на такой кишках, который. красивый, прям белый. Жир на кишках прям оставили. Деликатес. Полезный, кстати, жир. Омега-3. Ну, вот здесь и разделим. Разделим. И скрепим также зубочисткой. Ну, давай попробуем. Получится или нет. Так, ну что, для начала разрежем, да? По маслу. Это потому что нож с пилкой. Вот, а теперь получится или нет Ну, маленький кусочек зубочистка? вытащим, если что. Да? Ну что, получилось. Да. Но, правда, пришлось нам вот извлечь лишнее Это из мясо. одной. Это нормально получилось. Да. А это потуже было. Но это очень вкусный суп получается из этого Да, масла. аромат, конечно, прямо Да, превосходный. превосходный аромат. Вот этот жир мне очень нравится. Этот жир. Да, прям А. чистый, прозрачный. Мне нравится сама Да. казы. Казы. Сварим, будем наслаждаться.